Добрый день! Сегодня рассмотрим, как создать проводку в прикладном решении «Бухгалтерия предприятия Корп. Редакция 3.0». Создаются проводки с помощью специального прикладного объекта «Документы». Документы различают их назначению. В прикладном решении они разделяются по разделам. Банк и касса, продажи, покупки, склад и так далее. Такие документы еще называются типовыми. Если среди типовых документов не находится документа, который может создать нужную проводку, то для этого служит специальный документ универсальной операции. Он может создавать произвольные проводки. Существует несколько способов создать проводку. Первый способ – это использовать типовой документ. Для этого нажмем раздел «Покупки», выберем документ «Поступление акта накладные УПД», выберем «Товары накладная УПД». Теперь нужно заполнить все реквизиты. Организацию. Выберем «Торговый дом комплексный ООО», «Контрагент», «База продукты», склад, основной склад. Также здесь заполнились и другие реквизиты, как вот расчет, расчеты. Вот счет учета расчетов с контрагентом 60.01 и счет учета расчетов по авансам 60.02. Предварительно, так как эта база демонстрационная, которые входят в поставку 1С. Вот, все эти настройки выставлены, и поэтому при заполнении реквизитов документа все они проставились. Вот, нам остается добавить номенклатуру, установить количество. Вот, и теперь можно провести документ. А при проведении документа прикладное решение создаст автоматические проводки в соответствии с аналитикой, которая была определена в плане счетов. Данные, которые ввели в документ поступления товаров, подставятся в аналитику тех счетов, которые создались при проведении документа. Нажимаем «Просмотр движений». Такая кнопочка «Дебет-кредит». Так, все. Видим движение, которое создал документ. Вот. Видим вкладку «Бухгалтерский налоговый учет». Здесь мы видим все проводки, которые создал типовой документ. Такие проводки можно создать и с помощью универсального документа операции, который мы позже посмотрим, вот, но намного проще использовать уже готовый типовой документ. Закрываем. Теперь мы рассмотрим другой способ, как можно создать проводки. Заходим на главное. Раздел операции «Вести хозяйственную операцию». Корреспонденция счетов. Здесь прикладное решение предлагает нам выбрать типовой документ в зависимости от той проводки, которую мы хотим создать. Например, в предыдущем способе при проведении документа поступления акт накладная УПД у нас создалась проводка 41.01 по дебету. И по кредиту 60.01. Мы ведем по дебету 41.01. И прикладное решение нам предложит все типовые документы, какие можно использовать для выполнения
всех предложенных вариантов проводок. Мы использовали вот 41.01, 41.01 по дебету, 60.01 по кредиту. Поступление товаров, отражение задолженности поставщику по договору в рублях. И вот как мы пользовались ранее поступление акта накладные, также и тут мы можем воспользоваться. Для этого нажимаем «Ввести операцию». Вот, и мы оказываемся в документе поступления товаров накладное ОПД создания, как и в первом способе. Третий способ. Использовать документ «Операция». Универсальный документ «Операция» находится в разделе «Операции». Операция, введенная вручную. Создать. Операция. Выполним создание проводки, которая была ранее автоматически создана при помощи типового документа поступления акт накладная ОПД. Вторая проводка. Дебет 41.01. Кредит 60.01. Операция. Заполняем организацию, добавить, дебет, выбираем счет 41.01, количество 1 штука, аналитика Барбарис, партии не убираем, склады, основной склад. А по кредиту счет 60.01. Подразделение не выбираем. Выбираем поставщика базы продукты. Договор. Выбираем один, номер 1 от 10.01.2015. Выбираем документ, копируем содержание проводки, сумма 200 рублей, вставить, вводим 200 рублей. Теперь можем записать. Документ записан. Проверяем. Нажимаем кнопочку «Показать проводки и другие движения документа». Прикладное решение. Бухгалтерия предприятия создала проводку на основании тех данных, которые мы ввели. Проверяем и сравниваем с той проводкой, которая была в первом случае. Вот. Дебет 41.01. Аналитика Барбарис, основной склад. Количество 1 штука. Кредит 60.01. Сумма 200. Содержание. База продукты. Договор от 1. Номер 1 от 10.01.15. По движению документа. Поступление номер 2. Теперь смотрим проводку, которую мы сформировали с помощью документа операции. Дебет 41.01. Количество 1 штука. По аналитике номенклатура Барбарис. Основной склад. Кредит 60.01. Поставщик база продукты. По договору номер 1 от 10.01.2015. По документу поступления акт накладная ОПД номер 2. Можно вот так отодвинуть и посмотреть. На сумму 200 рублей. Мы рассмотрели три способа, как создать проводку в 1С. Первый
Первый способ подходит вам в том случае, если вы точно знаете, каким документом вам нужно воспользоваться. Если вы не уверены и не знаете, то вам подходит второй способ. Спасибо вам за внимание. Успехов вам в работе!